Добрый день, дорогие друзья, уважаемые наши зрители. Сегодня у нас концерт без зрителей в зале. Соблюдаем все эпидемиологические указания нашего правительства. Хочу вам напомнить о нашем проекте. Наш проект был создан для популяризации авторской песни и непосредственно популяризации авторов-исполнителей, проживающих в нашем регионе, в частности, в городе Уфа и в других городах. Прошлое выступление у нас был гость из Салавата, сегодня у нас гость из Уфы. Гость достаточно интересный сегодня у нас будет. Во-первых, ну, турист. Это уже у нас как традиция, очень много туристов у нас. Турист-водник. Мне посчастливилось, так скажем, с ним также бывать в экспедициях по Башкирии. Вот. Но он сам о себе все расскажет. Значит, скажу, что автор-исполнитель, турист-водник, руководитель турклуба, назовет он сам, потому что это связано непосредственно с ним. Я приглашаю к микрофону Валентина Корнилова. Здравствуйте. А у кого-то добрый день, у кого-то добрый вечер, у кого-то доброе утро. Всем здравствуйте. Ну вот Роберт меня представил. Турклуб нас называется «Трое в лодке», а музыкально-творческая группа-студия тоже также называется «Трое в лодке и компания». Отключаем наши телефоны, чтобы они нас не отвлекали. За окном у нас в Уфе зима. Две недели стояли морозы по 25 градусов ночью в горах, и минус 30 было. Хочу первую песню на стихи Галины Арослановой про осень. Мы проводили осень, встретили зиму. Стихли лето жаркие объятия, а сегодня город сам не свой. Бал невест шуршащих рыжих платьев шелестит прощальною листвой. Здесь повсюду светятся березы, в серебре воздушные платки. Поцелуй от легкого мороза сохранят листочки, дневники. Поцелуй от легкого мороза сохранят листочки, дневники. В зеркальцах подмерзших отражался кавалеров седовласых строй. Сединой ночной парк попрощался, молодея утренней порой. На горе смущенные осины в хороводе тихо меж собой обсуждали бусины рябины, красоту замерзшую слезой. Обсуждали бусины рябины, красоту замерзшую слезой. Позабыв о чем-то приземленном, окунулся город в чудеса. Желтой птицей облако от клёна устремилось прямо в небеса.
На вершине тополя ворона. Льется то ли дождь, то ли слеза. Улетел последний лист от клёна, за собою осень унося. Улетел последний лист от клёна, за собою осень унося. Стихли лето жаркие объятия, бал осенний тоже отшумел. Дождь прошел, укутывая в платье тихой грусти всех, кто чудо зрел. Спасибо. Непривычно петь в студии, где всего лишь нас трое, как прям мой клуб, моя группа «Трое в лодке». Присутствует в студии мой друг, наш общий товарищ Альберт Мустакимов, тоже выступал здесь на радио «Туристе». Много мы прошли с Альбертом и с Робертом водных походов, и больших, и малых. Вот я Роберта спрашивал перед передачей, перед концертом, а какие же песни петь? Ну, вообще, песен очень много. И о туризме, о путешествиях, соответственно, о войне, о жизни. А вот хочу похвастаться, песен очень много. В год я пою последние два года по 120 песен. То есть, это вы не ослышались, по 10-12 песен в месяц. Соответственно, я их не запоминаю, все у меня вот на листочках. Хочу исполнить следующую песню моего товарища из Санкт-Петербурга, стихи Андрей Юрьевич, «Зимний романс». Дождями размыты следы на асфальте, и пропасть между нами опять пролегла. Но чувствам вы волю своим не давайте. Костер, чтоб любви не спалил их дотла. Утихнет обида, забудутся ссоры, и снова забьются сердца в унисон. Любовным огнем вновь наполнятся взоры, и горечь разлуки исчезнет, как сон. Любовным огнем вновь наполнятся взоры, и горечь разлуки исчезнет, как сон. Изменится вмиг сразу и настроение, дожди прекратятся и выпадет снег. В морозные ночи вдвоем, без сомнения, теплее в объятиях любовных утех. Пусть все разногласия в прошлое канут, сгорят безвозвратно в сердечном пылу. Счастливыми дни обязательно станут, в судьбе нашей больше не будет разлук. Счастливыми дни обязательно станут, в судьбе нашей больше не будет разлук. Тоска осенняя,
пройдет. Зима уже спешит навстречу. На лужах появился лед. Цветы белой душу сердце лечит. Спасибо. Вот, пользуясь случаем, первая песня была Галины Арослановой, вторая песня Андрея Юрьевича. Большой вам привет, мои соавторы. С кем-то знакомы недавно, с кем-то уже многие годы сотрудничаем. С кем-то мы написали в соавторстве по два, по три произведения, а с кем-то по три, четыре десятка. В прошлый раз мы в этой студии, немножко в другой студии, на радио «Туристы» собирались в феврале. Это было 2 февраля, день рождения нашего общего товарища Михаила Камского. Вот здоровье ему, подхватил тут коронавирус недавно. Вся семья тоже. Поехал в путешествие в Беларусь, но не доехал, застрял у родственников в Пензе, у сестры. Вот здоровья всем и Михаилу. А следующая песня на стихи Анатолия Сибельдина «Снежный вальс». Где же ты, где же ты, где же ты, милый мой друг? Я позабыл теплоту твоих ласковых рук. Видно, зима нас с тобою опять развела. Снегом пушистым сердечко твое замело. Видно, зима нас с тобою опять развела. Снегом пушистым сердечко твое замело. Кружится, кружится, кружится вьюги вуаль. Берег желанный твой берег носится вдаль. Речки покроются хрупким холодным мостом. Как до тебя по нему добираться потом? Речки покроются хрупким холодным мостом. Как до тебя по нему добираться потом? Падает, 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 падает снег. Верой, надеждой, любовью живет человек. Песня пробьется к тебе сквозь метель упругу. Станет теплее, светлей на твоем берегу. Песня пробьется к тебе сквозь метель упругу. Станет теплее, светлей на твоем берегу. Где же ты, где же ты, где же ты, милый мой друг? Я позабыл теплоту твоих ласковых рук. Ты возвращался ко мне, пусть метель упругу. Я отогрею тебя на своем берегу. Ты возвращайся ко мне, пусть метель упругу. Я отогрею тебя на своем берегу. Спасибо, друзья. Ждем, морозы пришли, потихонечку отходят. Ждем снега, чтобы кататься на лыжах, открывать туристский лыжный сезон. Пока мало снегу, но в горах побольше. Следующую песню хочу испеть. В самом начале сказал, что есть у нас тур-клуб «Трое в лодке». А есть музыкальная группа
тоже, чтобы не путаться, также я назвал «Трое в лодке» компания. Сначала это был я в одном лице, потом, поскольку я хожу в студию, записываю свои песни, был звукорежиссер. Появились сессионные музыканты. Пользуясь случаем, большой привет передаю в Краснодар Елене Голицыной. Много мы с Еленой работали, сотрудничали. Много десятков песен сделали и аранжировки. Елена играет на скрипке. Вот, через Елену познакомился с другими сессионными музыкантами. И вот, в частности, соло-гитара, очень часто в моих аранжировках, в наших, это Николай Слабинский. И вот следующая песня называется «Русский век». Автор Наталья Слабинская, супруга Николая. Музыку написал он, а попросил исполнить эту песню, чтобы я ее исполнил. Тоже аранжировал. Есть в русских лесах заповедная тайна, есть в русских морях глубинный секрет. Так русской души никто не познает, ведь русской душе объяснения нет. Мы верим тогда, когда верить нет силы, пойдем даже там, где нету пути. Без повода повод найдем быть счастливым. О Боже, дай силы к нам цели дойти. Иди вперед, ты новый человек, не отступай, твой путь продолжат дети. Так день за днем, за годом год приходит русский век. И не спеша пройдет по всей планете. Нам русской земли дарована сила, нам щедрость дарован русских полей. И глубина морского прилива, и верность, преданность матерей. Дарованы нам мечты и свобода, и предков дарован нам древний завет. Но выбор за нами, за каждым народом, ведь каждый пред Богом держит ответ. Иди вперед, ты новый человек, не отступай, твой путь продолжат дети. Так день за днем, за годом год приходит русский век. И не спеша пройдет по всей планете. Иди вперед, ты новый человек, не отступай, твой путь продолжат дети. Так день за днем, за годом год приходит русский век. И не спеша пройдет по всей планете. Спасибо большое. Большой привет Николаю Слабинскому. Сейчас он работает в Москве. Работает с прекрасным поэтом, исполнителем Любавой. Маленькая реклама. Большой привет Любави. Ну, как бы ни было, печальной жизни жизнь. Кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то уходит. Вот следующая песня. Так и называется «Дорога жизни». Автор стихов Алексей Лотышев. Жизни словно горный серпантин, не каждый раз за перевалом перевал. Маршрут движения без выбора один, без права пропасть, но слева глаз и стал. Подъемы, спуски чередуются с собой, покой долин из очень редок на пути. И все хорошее, что спрятано судьбой, дано не каждому по замыслу найти. Представить свой рот, за хвост удачи ненадолго уходи. Да
но не стесняйся, запасайся счастьем дров. Такая ноша будь способна облегчить. Дорога жизни словно горный серпантин, не каждый раз за перевалом в перевал. Маршрут движения без выбора один, без права пробки, но слева гладкий сигнал. А сколько мы прошли маршрутов по нашему родному краю, малой родине, Башкортостану, сколько мы прошли водных путей в Саянах, и в Алтае, в Карелии, это Альберт напоминает, на Кольском полуострове, прекрасные. И вот недаром я подготовил следующую песню нашу, туристов-водников, так и называется «Карелия навсегда». Мы кружили в Ассабу, мы кружили в пороге его, с бурным ревом несла нас река, шел упорно вперед наш Кадва. Поведу руку, разверну с корму, глубока река, голубые глаза у тебя. Куцаёки еще называют карельским башкалсом эту речку. В зависимости от уровня воды, у нас уровень был средний, чуть выше среднего. И вот мы на двойке некоторые пороги проходили с Аликом. А что-то я проходил с супругой. Ну и вот это такая веселая песенка про Карелию навсегда. А вообще сколько раз мы путешествовали именно в Карелии, на Кольском, очень много. Раз пять или шесть были, и все еще тянет, манит. В Саянах тоже много раз были, но Кольский, он чарующий, он другой. Если в Саянах надо где-то в 6 вечера, в крае в 7 вечера вставать на стоянку, на ночевку, то в Карелии и Кольске, благодаря белым ночам, можно идти и ночью. Следующую песню хочу спеть такую лирическую. Называется «Ветер гуляет по полю». Ветер гуляет по полю,
здесь нагуляется волю и рябью пройдет по ручью. Я лучше не видел картины. Звенит в небе сладкая трель, расправив травы паутину. Соломка поет, как свинья. Несет свою песню отныне своих берегов, где запах меда полыни смешается с дымом костров. Туда, где облако хмуря плывет за большой горизонт, где солнце землею целуясь окрасит огнем небосвод. Где солнце землею целуясь окрасит огнем. Спасибо. Мы без перерыва, да, Роберт, работаем? Ну, что-нибудь, хоть задайте какой-нибудь вопрос. А то в прошлый раз концерт был, и зрители были, какие-то вопросы задавали. Давали мне немножко передохнуть между песней. Роберт, какой вопрос задашь? Как здоровье вообще? Как здоровье? Ну, перенесли коронавирус на ногах мы с супругой. Ходим в бассейн 3 раза в неделю, за тренировку проплываем по 500-700 метров, боремся. Сейчас вот везде, во всех организациях стоят на страже люди с меряющими температуру. Значит, обеззараживают руки, перчатки, маски везде. Ну, что я могу сказать? Я ничто не против имею этих людей. Но я ходил, я работаю преподавателем. Вот, кстати, Роберт рассказал, ну, сказал, что я сам представлюсь. Я работаю преподавателем дополнительного образования. Работаю на 2 работах. У меня 10 групп по 15 детей. Представьте, сколько родителей, сколько учителей, директоров. Я перемещаюсь на автомобиле по городу, из одной школы в другую. Преподаю спортивный туризм, один кружок у меня. А второй кружок — авторская песня и гитара. Так вот, по 3 раза в день мне проверяют температуру. И как вот умудрились, ну, температура была нормальная, 36,6. Но вечером я еле добрел до дома, еле доехал. Температура была 39. Потерял запах. Вот, ну, симптомы всем уже известны. Ну и как-то вот на выходных мы эту всю лихорадку пережили, потом опять на работу. Вот, все на ногах, на ногах. Ну, сейчас, слава богу, все хорошо. Планы на лето? Планы на лето. Турист, туризм, путешествия, сплавы. Поэтому приходите в наш клуб «Трое в лодке». Компания всегда открыт. У нас друзья по всей России, бывшему Союзу. Есть и друзья, и в ближнем зарубежье. Всем привет. Приезжайте к нам летом на Южный Урал. Улетний, тогда просто скажи сразу координаты своего клуба, чтобы все знали. А координаты нашего клуба, они сейчас виртуальные. Найдите хотя меня в интернете, Валентин Корнилов, «Трое в лодке». Пишите. Со многими ходим в походы, и с семьями, и с друзьями, и серьезные маршруты, и категории, и 4-й, 5-й, 6-й категории. Еще не был на водных, но был зрителем и работал кинооператором. Вот. Пользуясь случаем, моему товарищу-туристу-воднику Хабирьянову Флюсу
и всей его славной команде из турклуба «Дервиш», «Физкульт», «Привет». Ну и вот следующая песенка так и подобралась, она так называется «Песенка юных туристов». Вот о чем она, послушайте. Сейчас настрою, вспомню. Темпе вальса. Есть занятия очень хорошие, занимаемся мы порочно, им после школы свободное время, где вот только не дома. И учебники, и тетрадки тут практически не нужны. Но попробуйте, отгадайте, чем занимаемся мы. И учебники, и тетрадки тут практически не нужны. Но попробуйте, отгадайте, чем занимаемся мы. И проходим эту науку без начала и конца, навсегда позабыв про скуку, непогоду и слов нельзя. Нет отчетов у нас и оценок, не пугает нас карантин. Мы шагаем по жизни веселые, мы туристы в поход не спешим. Нет отчетов у нас и оценок, не пугает нас карантин. Шагаем по жизни веселые, мы туристы, поход не спешим. Нас научат шагать по планете и как проложить этот маршрут, как пищу в лесу приготовить и в речке не утонуть. Как лихо скатать по веревке, стремясь к вершине горы, в пещере не растеряться, если заблудишься ты. Как лихо скакать по веревке, стремясь к вершине горы, в пещере не растеряться, если заблудишься ты. Наш друг, наш товарищ учитель, бесценные знания дает. Он вовсе совсем не учитель, еще на гитаре поет. Кружит его песня по свету, всегда за собою зовет. Мы дружной командой торг-клуба шагаем вперед и вперед. Кружит его песня по свету, всегда за собою зовет. Мы дружной командой торг-клуба шагаем вперед и вперед. Мы дружной командой торг-клуба шагаем. И пользуясь случаем, может быть, как раз у экранов возле Ютуба, в Одноклассниках, ВКонтакте окажутся мои воспитанники, и кто-то уже вырос, создал свои семьи. Я всех вас помню, всех вас жду в походы опять с семьями. Всем большой привет! Ну, а каким я являюсь мучителем на своих занятиях, ну, пусть это расскажут дети. А мы занимаемся не только водным туризмом, то есть у нас занятия по спортивному туризму идут круглый год, то есть мы готовим туристов-пешеходников, соответственно, зимой лыжников, спелео-контест проходим, готовимся к пещерам. Немножко горного, немножко даже скалолазания есть на занятиях. Но все начинается с простого, с морских узлов, потому что эти морские узлы нужны не только морякам и туристам-водникам, а любому туристу, кто идет на спортивном маршруте. А вот из-за пандемии очень много дистанционного обучения. Заглядывайте ко мне на страничку в YouTube. Ну, не только юные туристы, любые желающие, потому что морские узлы могут и пригодиться и в быту, и в жизни, и во многих профессиях. Поэтому учитесь вязать морские узлы, я думаю, они пригодятся всем. А следующая песня так и называется «Мне часто снится служба». Я служил
Кронштадте. Пользуюсь случаем всем моим сослуживцам. Много у меня друзей в одноклассниках. Всем большой привет. Рад, что вы слушаете мои песни, смотрите наши туристские фильмы. И вот, немножко служба прошла, закончилась очень давно, 87-89 годы. На Советском Союзе еще эта служба была. Но до сих пор иногда просыпаюсь немножко в таком холодном поту, до сих пор снится. Вот маленький эпизод со службы в этой песне. Идем к Кронштадтский дом, на камус тоже все рядом. Тут старшина и замполит, комбат и Пашка тоже рядом. Идем к Кронштадтский дом, нам барабан считает шаг, нам трубы подпевают так. И запевала не жалея сил, нам про моря все голосил, нам про моря все голосил. Ушла-то парники поднял, локтями чувствуя друг друга. На лентах я горя-горя, чеканим шаг навстречу в юге. На лентах я горя-горя, идем. Нам барабан считает шаг, нам трубы подпевают такт. И запевала, не жалея сил, нам про моря все голосил. Нам про моря все голосил. Нам барабан считает шаг, нам трубы подпевают так. И запевала, не жалея сил, нам про моря все голосил. Нам про моря все голосил. Отряд на месте, стой! Вот заявки уже пошли. Хочу немножко, ну, если останется время, у нас еще время вроде бы целый вагон, да, Роберт? Если останется, я обязательно ее исполню. Но у меня пока все по плану. Служба. Мы служили в ремонтном батальоне. Кронштадтский морской орден Ленина, завод судоремонтный. В робах. Солярки по локоть. Я вот был слесарем, судоремонтником. Я в Одессе в мореходке учился и получил уже специальность слесаря-судоремонтника. На капитана я к тому времени еще не успел выучиться. И поэтому вот с Черного моря мы призвались в Кронштадт, на Балтику, Финский залив. Работа была знакомая, слесаря-судоремонтника. А чтобы было не скучно, я ходил в оркестр. То есть мы весь день трудились на заводе, а утром у нас казармы были в 2-3 километрах в Кронштадте от Московского завода, улица Восстания, вот помню, такая, шли мы по маршам всем батальонам, человек это было 500-600, и вот оркестр впереди, и я записался в этот оркестр, был барабанщиком. А когда были морозы, трубачи наши отдыхали, филонили, и вот мы, барабанщики, там с друзьями, когда вдвоем, когда втроем, шли и барабанили. В перчатках руки не слушаются, палочки не хотят, а без перчаток, представьте, мороз, и все руки были отморожены. Вот такие воспоминания. А еще идешь, 7:30 где-то, нет, 7 утра, хлебзавод печет булочки, хлеб, и запахи такие приятные, вот как бы булочку скушать. Но отряд не останавливаясь, идет завод. А вечером обратно. Так вот, вечером все отдыхают, все там в кубриках, по ротам, телевизор смотрят, журналы
Огонек читает свежий номер. А мы в оркестровой репетируем, репетируем до посинения марши. И еще вспомните. А следующая песенка называется «Уральский блюз». На блюз она, наверное, не очень сильно похожа. Такое хитрое название. Поэтому вот, послушайте. Смакуешь бурбон, опять в одиночестве. Тут тебе не кенту, ведь южный Урал. Облака рисуют на небе пророчества. Ты ж опять в талате по грядкам скакал. Вот мастерица, ну а я что, а я в руках самогон. Есть прекрасная, в Ашинском районе прекрасная деревушка, называется Биянка село. И вот и Роберт, и Альберт, и другие наши друзья, туристы, знакомые. Многие побывали, поэтому Биянка ждет вас и зимой, и летом, и осенью, и весной. Приезжайте, дрова. Простоквашино, приезжайте Спасибо. К нам в Биянку. Дрова. Дрова попьем. Правильно, Роберт, дрова ждут. Этот год у нас юбилейный, а, к сожалению, все меньше и меньше живых остается ветеранов. 75 лет, как отгремели бои, мы отметили победу в Великой Отечественной войне. Галина Жукова написала стихи, так он называется, юбилейный марш. Она написала их давно, в 2000 году. Вот 20 лет, тогда тоже был год юбилейный. А вот мы познакомились на стихиру, переписываемся, общаемся. Я решил исполнить на эти стихи, на этот юбилейный марш, такую песню. Ах, победная спешит к нам. Который раз празднует страна, ветераны сейчас будто на посту, учат в трудный час охранять страну, учат в трудный час охранять страну. Гром салюта над страной вспоминают те, кто в далеком 45-м победил в войне. Ветераны соберутся вновь на юбилей, многих не дождут. Нет их на земле, многих не дождусь. Нет их на земле. Ветеран войны великий, строй твой предел. День, юбилейный, оторвись от дел. Вспомни павших за отчизну, чашу подними. Голову седую и низко опусти.
сколько песен сосчитать нельзя. А могилы возложили нежные цветы, и почет вели павшим от страны. А могилы возложили нежные цветы, и почет вели павшим от страны. Низкий поклон нашим ветеранам. В каждой семье есть деды, прадеды, прабабушки, бабушки, которых эта война, страшная война, задела. А маленькая пауза музыкальная переходит в стихи. Сотрудничаю, познакомился с прекрасным поэтом, нашим современником Василий Попов. Вот такие стихи. Снег на розовом рассвете падал тихо, белый-белый, но никто его не видел и никто его не слышал. Лишь котенок черный-черный, любопытный, несмышленный, снег, почуяв, пробуждался, а проснувшись, испугался и прикрыл зеленый глаз. Мало он прожил на свете, снег на розовом рассвете видел в первый раз. Я очень люблю животных, и кошек, и собак, поэтому обращаюсь ко всем нашим телезрителям, если есть такая возможность, не забывайте не только подкармливать бездомных кошек, собак, но и выставлять им водичку, потому что не все могут пить снег, зимой это очень тоже. Поэтому вот такая просьба. Но с Василием Поповым мы сотрудничаем очень плотно, написали 20 песен. Вот. Хочу исполнить нашу соавторскую песню, называется «Бабье лето». История этой песни интересная. Сначала ее на его стихи Василия Попова забыл как автора музыки. Да простят меня автор музыки. Вот, написал музыку, спел, сыграл на гармонии, очень весело. А Василий попросил меня на гитаре исполнить. Поэтому музыка не моя. Тихий вечер, шелест сада и лунный печаль. Полюбить бы, да не надо, разлюбить да жаль. Не рождаются сонеты в голове пустой, навевает бабье лето леность и покой. Не рождаются сонеты в голове пустой, навевает бабье лето леность и покой. Бабье лето, пути на все один, и сквозь призму сонных веток льется несказанный свет. Бабье лето, не могу найти ответ, почему из бабье лето, а мужского лета нет. Почему из бабье лето, а мужского лета нет. Может наглости набраться, написать вон, чтобы с этим разобраться, так или закон. Бабье лето выражение, но его избрав, допустили ущемление мужиковских прав. Бабье лето выражение, но его избрав, допустили ущемление мужиковских прав. Бабье лето, пути на все один, и сквозь призму сонных веток льется несказанный свет. Бабье лето, не могу найти ответ, почему есть бабье лето, а мужского лета нет. Почему есть бабье лето, а мужского лета нет. Бабье лето, как награда, радуйся и жди, перед ним всегда прохлада, а за ним дожди. Задержись, пора золотая, ты же для людей, время сбора урожая, свадьбы детей. Задержись, пора золотая, ты же для людей, время сбора урожая, свадьбы детей.
фиолетово, белело, паутину все одет. Из пузырину сонных веток льется несказанный свет. Баби лето, не могу найти ответ. Почему из баби лето, а мужского лета нет? Почему из баби лето, а мужского лета нет? Вот такая шутливая песенка. Спасибо. Про баби лето. А в детстве я ходил в музыкальную студию, по классу баян я закончил, ходил в оркестр русских народных инструментов. Но есть у меня в коллекции и балалайки, домбры, и баян старенький стоит, кнопочный, тульский. Кнопочки уже западают, клавиши западают, иногда я беру. Ну, так вот судьба сложилась, что на гитаре я самоучка, а многие смеются, подсмеются, как я играю на гитаре. Ну что ж, не заканчивал я по классу гитары с тех пор. Вот. Но все от души, спасибо вам. А следующая песенка, сегодня тоже в памяти ушедших товарищей прозвучали стихи. Зовут ее Надежда, псевдоним Юль Юльская. Называется песенка «Вьется лентой река». Вьется лентою река, казака с огурами, оставляя города там за заборами. По ней хоть брод, хоть плавь, не найдешь пристанища. По железу кровью жаль, горит дым пожарища. Всем морякам.
Стихи. Вы сейчас поймете, про какой этот город говорится. Вот следующая песня. Город на Южном Урале, промышленный центр страны, лучшие металлы бавляли, зная секрет старины. И это уже не игрушки, они трепет водили врагов. Челябинск, город славы трудовой, столица Южного Урала. Навек мы повязаны одной судьбой, наша жизнь неразделимой стала. Давал ты победу в тылу. Останемся мы несомненно, за все это в вечном долгу. И силы и славы России, надежный оплот рубежей, тяжелый венец индустрии, отчизны любимой моей. Челябинск, город славы трудовой, столица Южного Урала. Навек мы повязаны одной судьбой, наша жизнь неразделимой стала. Прежние годы заводы дают и сегодня металл. Из горной добытой породы самую крепкую сталь. Характер людей в нем живущих нам по стойкости стал, и крепкая дружба присуща себя, кто уральцем назвал. Челябинск, город
город славы, тоже домой, столица Южного Урала. Навек мы повязаны одной судьбой, нашу жизнь неразделимою стала. Челябинск, город славы, трудовой, столица Южного Урала. Навек мы повязаны одной судьбой, нашу жизнь неразделимою стала. Спасибо. Вот такой гимн нашему южноуральскому городу Челябинск. Я очень люблю поэзию, очень люблю Сергея Есенина. И вот мой дорогой соавтор Василий Попов написал стихи, называется «Белые пальцы берез». Он мне попросил, так как бы вот написать музыку, так исполнить, как бы немножко по-есенински. Ну что из этого получилось, послушайте. Срубят их для досок, валы кувшин заката, выйди последний Ко мне вас, белесы, я, как и вы, продрог. Мне, как и вам, из лесу не отыскать дорог. Смыли дожди, все смыли, а мутным туманом слез судорогой застыли белые пальцы берез. Снова дожди намыли мутным туманом слез, судорогой застыли белые пальцы берез. Какие еще будут вопросы, друзья? Я очень редко... Когда на лыжах поедем? Очень редко даю концерты. Я поэтому немножко устаю. Я набаловался в студии. В студию хожу как на работу два раза в неделю. Но там же спел неправильно, перепел. И там же мы одну песню поем, там максимум две. Вот, когда на лыжи пойдем, да. Вот морозы заканчиваются, я думаю, нас ждут прекрасные новогодние каникулы, праздники. Думаю, поедем в Южноуральскую тайгу, как Роберт. Поехали. Вот, я люблю, люди такие быстрые на подъем, такие легкие. Так что? Мы собирались на Зародколь на эти выходные, значит, не сложилось. Да. Но на каникулах собираемся на Еремей. Здорово, здорово. Поэтому, пользуясь случаем,
будьте здоровы, спортивный, туристский образ жизни, всем подвижности. Ходите в походы, не можете ходить в походы, на экскурсии, просто гуляйте, лыжи, каток. Это очень здорово. Я помню себя в детстве, как только научился ходить, сразу же стал и на лыжи, и на коньки. Вот. Всю жизнь. Недавно тоже стоял на коньках, правда, вот в прошлом году сломал ногу полгода на больничном. Сейчас не для коньков, но на лыжах катаюсь. Коньки побаиваюсь. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Я ничего не прощаюсь, у нас еще время есть. Но хочу вот такое шутливое стихотворение вам прочитать свое. И был ему новогодний сон. Он видит лес, он видит холм, все в ель, войска, редуты, сабель звон. Стоит на поле Наполеон. Он раздает всем указания, он в окружении обожания. Тут генералы, тут мадам, месье, месье, шерше ля фам. И вторит эхо, шарман, шарман. Вдруг все померкло, все погасло. Очнулся, где я? По сторонам он смотрит безучастно, накрытый стол. Ага, вчера здесь битва вроде проходила, а ныне, о, тут все на диво. Никто в баталии такой не уцелел. Нарушен строй закусок, яс, бутылок арсенал порядком тоже поредел. С утра, пожалуй, я не князь, и нет мундира в эполетах. На зеркало в себя смотреть, ну сколько можно? Один мудрец сказал, ножом и вилкой роем себе могилу. Желаю вам здоровья, счастья, сил. И чтобы праздник ваш на Бородино не походило. С наступающим всех! Спасибо. Все надо делать умеренно, да, Роберт? Конечно, умеренно все. Да. По всем. И пить, и есть. Да. Даже уже и ходить надо умеренно. А следующая песня тоже будет лирическая. Представьте, средневековый маленький городок в Италии. Я пока не скажу, как называется город. Ну, по тексту сами все поймете. Тут два персонажа в этой песне. Сначала она говорит. Нальется дождь души моей, очистит ли сердечные раны. Я клятвой верности твоей вокруг интриги и обман. Он отвечает. Пока дышу я дождь, я мрачу твоих я грез. Ах, эти губы, лоб и веки. А сколько-сколько горьких слез.
Любите и будьте любимыми. И с таким концом. Ну что ж. А Роберт, а сколько у нас еще времени в эфире? Ну, до полутора часов. До полутора часов? 15, то есть у меня еще есть 15 время? Минут. Как прекрасно. Ну, пока я вот тут смотрю, я много приготовил песен. А какой-нибудь, может, еще вопросик мне зададите? Я вас это застал просто. Нет, это просто подумал, вот, на следующий лет какие планы-то? Или нет еще? Последние годы я что-то перестал строить планы, потому что мы строим планы, а потом судьба нам раз, перелом ноги на полгода там, или еще что-нибудь. Ну вообще в творческом плане какие вообще вот есть, скажем так, идеи новые? Новых что идей хочется сделать. Новых идей очень много. Я повторюсь, может быть, кто-то из наших радиослушателей только присоединился. 120 песен в год — это вам не шутка, да? Это очень напряженный ритм. А вообще написано мною рок-баллада, рок-опера. И поворачивается язык, сказать, рок-баллада. Называется она «Дорога». Я пытался ее закончить к 2017 году, что как бы столетие со дня Октябрьской революции, с этого. Это веха такая, 100 лет. Есть эта рок-баллада в «Одноклассниках», есть ВКонтакте. Послушайте, это более 15 композиций. Но это работа незаконченная, то есть это... Идут песни по вехам нашей истории, нашего государства, Советского Союза, России сначала, Советского Союза, опять России. То есть как раз вот период 1917-2017. И основные вехи: Гражданская война, Великая Отечественная война, ГУЛАГ, значит, наши стройки, комсомольские стройки. Вот эти вехи в этой рок-балладе, песни есть. Ну, я как бы планы какие? На вот незаконченную работу ищу просто соавторов, кто бы, может быть, помог мне закончить эту рок-балладу. Вот, поэтому, Роберт, творчество — дело такое, никогда не заканчивается. Пользуясь случаем, просто надо сказать нашим зрителям, среди них очень много авторов-исполнителей и авторов вообще. Может, кто желает действительно подключиться вот к этому проекту? Проект не коммерческий, тут никаких как бы коммерческих. Но поскольку он не коммерческий, но все записываю в студию, он затратный. Вот, то есть дома вот так вот под микрофон не запишешь. Может, кто-то вот хочет присоединиться к этому проекту, пожалуйста, заходите на страницу Валентина Корнилова, да, там все информации есть. Все обсудим. И помогайте, проект хороший действительно, я вот лично прослушал его и не один раз. В общем-то, да, дорабатывать надо сводить, надо что-то еще делать, конечно, но проект хороший, все-таки он, скажем так, глобальный, достаточно глобальный, и 100 лет, все-таки протяженность там, скажем так, по эпохам, ну, вернее, по этим вот циклам историческим тоже достаточно интересно, поэтому у кого есть желание, давайте поможем Валентину все-таки закончить, осуществить, довести этот проект, как говорится, до ума и запустить его уже в общий, так скажем, для общего обозрения. Спасибо, Роберт. Понятно, ты так не забыл, да? Да, вот я как раз плавно хотел перейти к просьбе Альберта Мусакимова. Он мне заказал песню «Рожденный в СССР». Потом, по-моему, сейчас как раз к нему будет. Да. Кто родился в Советском Союзе, старше нас, младше нас, неважно. Ну, наверное, эти слова, эти стихи будут близки по сердцу, по душе. Немножко вспомнил, я не готовился.
играть, даже настройки на стенах дома кирпичом рисовать, и лишь не прыгать по светловате. Эта песня про нас, ее не услышит ни лорд, ни сэр. Эта песня про нас, рожденные в СССР. Эта песня про нас, ее не услышит ни лорд, ни сэр. Эта песня про нас, рожденные в СССР. Дождь с сапогами не мерил, потом лежал дома ангиной простуд. Домой нас тащили почти на рогай, а если шел мульти, и прыжки скатали. Эта песня про нас, ее не услышит ни лорд, ни сэр. Эта песня про нас, рожденные в СССР. Эта песня про нас, ее не услышит ни лорд, ни сэр. Эта песня про нас, рожденные в СССР. Спасибо. А по-моему, я третий куплет забыл. Простите меня, пожалуйста, послушайте эту песню в записи. Но все-таки декабрь, он волшебный месяц. Все в ожидании чего-то нового, в ожидании Нового года. Этот год был непростой. А какие года бывают простыми? Есть у меня прекрасный соавтор, тоже живет в Санкт-Петербурге. Зовут его Владимир Кабышев. Написали два, может быть, уже и три десятка песен. Я, если честно, уже перестал считать, сколько у меня песен я спрашивают. Вот что 120 песен в год, последний год, это да. А начал я писать песни в 2004 году. Математика вещь упрямая, считайте сами. А песня так и называется. Поздравления россиян и россиянок с Новым годом. Владимир Кабышев. Снова падает белый снег на ресницы шапки. Дорогой ты мой человек, не поздравить тебя я замерел. Не зажечь за тебя звезду, не тебя пригласить в постель. До чего-то постель не найду, виновата, наверное, метель. Виновата метель в ургах, так что сыплет под Новый год. И приносло уплё на ногах, но поет про него народ. Захмелел я, домой не дойду, для ментов подходящих клиент. Много всем я по пьянке найду, это русский в дощечку отца. Лучше здравый мой родный народ, веселись, как дед, так всегда детвора. Эх, Россия, встречай Новый год, завтра будет добрее, чем вчера. Снова падает белый снег на ресницы и шапки. Дорогой ты мой человек, не поздравить тебя это грех. Грех стихи не читать для дам, избалован восторгом глаз. И для дам здесь стихов и бедлам, все красивые рифмы для вас. Снова падает белый снег. Ну что, друзья, наверное, вот на такой прекрасной песне можно завершить наш сегодняшний праздничный вечер, концерт.
Я очень волнуюсь, редко даю такие концерты, но никогда не могу отказать своим друзьям. Вот второй друг судьи сидит, а я ему отказал. Я приболел тогда. Прости меня, пожалуйста. До следующего раза тогда. До новых встреч! Ищите мой голос в эфире. Ищите голос в эфире, да. Напоминаю, что благодаря творчеству Валентина, в общем-то, мы воспользовались его творчеством и взяли название нашего проекта с его песни, между прочим. Вот, поэтому спасибо, Валентин, за то, что подсказал нам идею этого проекта. Мы обычно дарим подарки нашим дебютантам, но ты не дебютант, ты уже не первый раз в нашем проекте, но без подарка мы тебя отпустить не можем, поэтому тебе вот такой подарочек скромный. Не получилось пока на него нанести наш логотип, но я думаю, это мы сделаем. Большое спасибо. В скором будущем. Друзья, поблагодарим Валентина за прекрасное выступление. В следующем сезоне ждем. Спасибо. Следующий сезон у нас начнется 17 января, начнется следующий сезон у нас, сезон 2021. Поэтому, если будет желание, будут новые песни, будут какие-то новые идеи, пожалуйста. Спасибо. Приходите. До новых встреч. Всем до свидания. Друзья, всего доброго. На этом наш проект на сегодня завершен. Ждем вас в следующее воскресенье. Всего доброго. Всем до свидания. Спасибо.